праздник иконы Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» отмечала накануне Русская Церковь. Немало храмов освящено в честь этого чудотворного образа. Есть такая церковь и в уральском поселке Верхние Серги. Митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл совершил там божественную литургию в день престольного торжества. Храм иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» в Верхних Серьгах начал строиться в 80-х годах прошлого столетия верующими людьми поселка, как молитвенный дом в честь святителя Николая Чудотворца. Но по завершении строительства в 90-х богослужения в нем временно прекратились и были возобновлены по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла лишь в 2015 году. Тогда приход был зарегистрирован и получил новое имя в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». В день, когда чтился этот образ Матери Божией, здесь отмечали престольное торжество. Прихожане с благоговением пришли на службу Божию, на которую прибыли священнослужители ряда храмов епархии, ректор Екатеринбургской духовной семинарии и хор духовной школы. А возглавил литургию правящий архиерей. Взыскание погибших – это же образ, в принципе, Пресвятой Богородицы и живущего на земле человека. Потому что мы же погибающие люди. У нас все время столько всего на душе, что у нас все время нужна, какая должна быть божественная помощь, которая должна нас вытащить оттуда. И вот Пресвятая Богородица, она как раз и неким образом символизирует это, то, что она изыскивает, взыскует, находит погибших людей, погибающих духовно людей и возвращает их к жизни вместе с Богом. Напутствуя сельчан, архипастырь пожелал процветания Верхнесергинскому приходу, переживающему свое возрождение. Ему отныне будет способствовать и старинный образ Богородицы «Взыскание погибших», который некий раб Божий Евгений передал в дар для этого храма. Божья Матерь не оставит свое место. Она все сделает для того, чтобы здесь все было благочестиво и по-доброму. Главное, чтобы душа человека была открыта. Открыто к Богу, открыто к божественной руке спасения. Чего я желаю всем нам с вами, чтобы мы это ощущали в нашей жизни.